Впервые за долгое время в ЕАО пройдет масштабный благотворительный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств. В мэрии Биробиджана прошло первое заседание оргкомитета фестиваля. О своем желании принять участие уже заявили 6 спортивных федераций. Среди них самбо, бокс, карате, борьба и другие. Пройдет фестиваль в Биробиджане в преддверии празднования Дня Победы. Сегодня проходит первый организационный комитет проведения фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств в Ейрейской автономной области. Инициатором выступает мэрия города, городская дума. И вообще идея эта пошла от федерации. Губернатор области Рислав Эрсович поставил задачу всячески поддерживать наших солдат, которые находятся на территории Украины. И федерации вышли с инициативы провести благотворительный фестиваль в поддержку наших солдат. Благотворительный фестиваль решено провести на стадионе «Дружба». Начнется он 6 мая. В течение нескольких дней спортивные федерации проведут соревнования и показательные выступления. Планируется также организовать прямую видеотрансляцию поединков в интернете. Подведение итогов и награждение победителей состоится в День Победы 9 мая на площади имени Ленина. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.